15 августа на территории Московской области стартовало проведение комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание, дети». Оно проводится подмосковной госавтоинспекцией и продлится до 11 сентября 2022 года. Главной целью мероприятия является восстановление и закрепление навыков, связанных с безопасным поведением юных участников дорожного движения, а также адаптация детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.